в Азбуке Вкуса. Один из моих любимых магазинов. Хочу вам показать, какие здесь фрукты. Здесь все отборное. Все очень даже вкусное. Вот, смотрите, какая хурма маленькая, свечка называется. Интересная. Это маракуйя. Это ягодный микс. Вот такой вот. Так, это манго. Манго здесь разных видов. Видите, вот такое манго есть, потом есть сорта. Такое есть манго. Манго. Есть тайская манго. Вот она сейчас по скидке. Так, и такая. Голубика. А вот смотрите, какая красивая. 1500 корзин. Ящичек такой красивый, ягодный. Можем как подарок еще получать. Это арбузы вот такой. Ананас. Это резанные ананасики. И вот еще такой колечко. Это вот такой можно набор. Взять с собой на перекус, вот уже готовый порезанный. Смузи. Это ежевик малинка. Смузи такой. Очень полезный смузи. Розовое молоко написано. Молочный смузи. Смотрите, даже кокос есть кусочки. Мохито. Пошли другое. Это у нас будут морсики. Сок гранатовый. А это все посуда. Я хочу посмотреть. Это ситечка для чая. Интересное это для цитрусовых. Вот это очень хорошая штучка. Тоже сито. Это терка для сыра. Вот такие надо нам лопатки. А, ложечки. Ложечки, да. Это формочки. А вот эти ножички хорошие. Вот это вот эбии, ножички. Меня все мальчик просит нож хороший, купить острый. Так, это у нас мандарины, тоже разных апельсины для сока, мандарины в сетке. Магазин красивый очень. Это у нас овощи. Это вот брокколи. Смотрите, какая красивая отборная веточка. Ну, хорошо, но тяжелая, красивая. Так, это цветная. Иду. Так, листья салата. Это зелень. Как ее дотащить? Так, а это овощи. У нас просто съемка для сухих. А это картошка в сетке. Отборная, очень красивая. Вот такая картошка. Это батончики, а это молоко, кокосовое, рисовое, миндальное. А вот смотри, какая прелесть, кедровое молочко есть даже, кедровое. Стоит оно 190 рублей. Потом есть такие чипсы разные, натуральные. Вот, натуральные стоят чипсы. 300 рублей. Есть такие без консерванты, чисто картофельные чипсы, без ничего лишнего, вернее. Так, это что?
Это напиток. Это гранола. Это яблочные чипсы. Так, на перекус. 86 рублей. Так, это что? Это бананчики сушеные. А, это чипсы из банана. Да, это апельсинки такие, сушки. Сушки апельсиновые. Такие интересные. Очень хороший попкорн. Жареный. Очень много раз. Так, это что? Это какой-то напиток такой. Так, это шоколад. Батончики протеиновые. Вот эти очень хорошие, все их хвалят, спортсмены. Это на протеиновый квест печенье для перекуса, для тех, кто ведет здоровый образ жизни, занимается спортом. Так, мы пришли в рыбный отдел. Это у нас орешки. И семечки внизу. Орешки. Вот. Так, это 600 рублей. Это фисташки. Вот. 1500 рублей, 400 грамм. А это уже соленые, это копченые, вернее, тёшки. Так, нам нужна была бутылка для воды. Смотри, какая бутылка красивая. Такой мягкий. Здесь контейнеры идут такие, они пластмассовые. Мягкие игрушки. Авокадо, 785 рублей. Такой мягкий. Ну, любой, короче. Главное, чтобы был мягкий. Лучше был, который побольше. Он бы побольше, да. Он подороже. И красивые тут игрушки всякие. Опять? Смотри, как ты котик. Ну, котенка. Дизайнерский. А вот этот какой, смотри. Ой, какой. На коня. А вот этот какой.
Какие безумно красивые игрушки. Все какие красивые. Так, я хотела... Здесь посуда мне очень нравится. Очень нравится посуда. Так, вот эти кружечки, смотри, какие. Сейчас посмотрим, это отдел. Здесь японские салфетки, вот, бумажные, 160 грамм. Так, это носочки. Смотри, какие красивые носки. Кашемировые носки. Вот у них цена. И вот носки. Вот, вот у них цена. Смотри. 1800. Это что? Это такая чистилка, видишь, маленькая. Я не пойму, что это такое вообще. То есть тебя зубы втыкаешь или что? Так, смотрите. Ее в рот кладешь. Смотрите, какая интересная зубная щетка. Кладете ее в рот и жуете. Для трекета или... Смотри, две минуты надо жевать. Детальные, детальные. Ты видишь, прям между зубов. Да, это у нас носки. Вот носки. Так, это колготки. Тоже, видно, хорошие. Здесь очень хорошие моющие средства для посуды, освежители для белья, кондиционеры, бумага. Итальянская бумага, туалетная бумага, Италия, 425 рублей, вот такая. Так. Зубные пасты. Вот такая у нас была хорошая, очень тоже. Вот эту все рекламируют. Хорошая зубная паста. И вот такая Марвис. Ее хвалит Катя Светловская. Вот эту пасту. Она стоит 1150 рублей. Вот здесь всякие разнообразные зубные щеточки, какие красивые. Вот японская щеточка, зеленая, смотрите, какая. С фторовым покрытием. Она, наверное, электрическая щетка, премиум. Знаешь, что надо было? Надо было вот этот. Здесь хорошие антиперспиранты есть. Это L'Occitane. Такой вот на этот антиперспирант сейчас акция. Это роликовый для тела. В общем, хороший очень. Дезодоранты. Это шампуни. Это настоящая, это не Корея, это Япония. Без силикона. Вот такие.
такие шампуньки красивые. Вот такие. Морских водорослей. Вот. Шампунь. Такие шампуни. Вот этот я тоже как-то пользовалась. Шампунь шелковая линия. А это все напитки. Так, здесь готовая еда, здесь напитки. Здесь разные разновидности чая. Вот, смотрите. Просто чай, просто красивый. Вот, какой-то цейлонский с плантацией. Вот, чаи. Вот, чай черный. Чая очень много, поэтому можно тут голову сломать. Так, это всякие желешки. Это фруктовый лёд. Пудинги, пудинги. А вот этот хороший, вкусный. Очень сироп Hershey's. Вот 400 рублей он стоит. Смотрите, это уже готовый имбирь с медом. А это варенье. Вот смотрите, какое малиновое варенье. Македония. Мед. Конфетюр. Море белок. Йогурт! Питьёт! У нас есть у нас. Так, смотрите, кокосовое молоко. Для капучино. Смотрите, специальное кокосовое молоко для капучино. Интересно, да, какое? Это коктейли. Это сухие завтраки. На сковородку закидываешь, и все готово. Мне надо развести водой, наверное. Смотри, сколько сухих завтраков разных. Какие интересные. Это Греция, кукурузные хлопья. А это Великобритания с кленовым сиропом. Вот, а вот подушечки. Тоже Великобритания. Хлопья овсяные. Это шоколадный с кокосом хлопья. Это всякие кашки. Так, это соусы. Это сыры. Это сыры. Настоящий швейцарский сыр. Вот
мало. Это колбасный отдел. Это вот соусы всякие. Вот морская капуста. А это масла. Вот такое, вот это масло. Такое красивое. Вот так берете масло авокадо. И вот так пшикайте на сковородку. Она стоит 872 рубля. Масло тыквы. Миндальное масло. Вот масло авокадо. Кокосовое масло. Это соус. Соевые соусы вот разные. Это у нас оливки, маслины. Вот смотрите, нерафинированная банка. А это масло кокосовое. Салфеточки такие красивые. Очень красивые. Это каперсы. А, это салфеточки. Они красивые, мне нравятся. Необычные. Необычные. Вот это, смотрите, такие красивые. Мне больше новогодние нравятся. Прелесть. Вот они. Мясной отдел, это колбасы, сосиски пойдем. А вот еще сыр есть. Молочный отдел. Это все специи. Ванилин, сахарная пудра, мука кокосовая, зеленые гречки из овса, миндальная мука. Это разные разновидности сахара и соли. Перчики. Рис басмати. Это морепродукты. Кальмары. Итальянский майонез. Вот из перепелиных яиц майонез.
макарошки в форме динозавров. Салфетки. Смотрите, какая красота. Салатные, белые, с мишками. Вот, смотрите, какая красота. Вот горошек. Звездочки. Красивые какие. Да. Оно очень вкусное. Конечно. Смотрите, вот какие цветы, а вот горошек вот такие, салфеточки. Вот такие. Вот котик спит. Это все такие салфетки. Вот еще вот кожа коробка. Красиво все. Все красиво. Россия. Вот такой красивый магазин. Это кофе. Испанский кофе, жареный в зернах. Это вот напитки, соки. Не показывал этот отдел. Уже вот готовая еда. Видите, картошечка вареная. Это чистая вода. Смотрите, природный лед быстрого приготовления для заморозки. Готовый, видите? Вот эта вода считается артезианская, очень хорошая. Вот она, Норвегия, норвежская, 680 рубля, васу. Пилигрим. Вот, смотрите, какие тарелочки.